Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 42, из раздела «Повторение». Сравни а, x, b не равны нулю. M прибавить 48 и 80 плюс m. M прибавить 48 будет меньше, чем 80 прибавить m. Если одно из слагаемых больше, а второе слагаемое одинаковое, то больше будет та сумма, где слагаемое больше. 60 минус n больше, чем 25 минус n. Чем больше уменьшаемое, тем больше и разность, если вычитаемое при условии одинаковое. К минус 18 больше, чем к минус 53, если вычитаемое меньше, то разность будет больше, при условии, что уменьшаемое одинаковое. А прибавить А и прибавить А – это получится 3А. 3А больше, чем 2А. То есть, если произведение, и в каждом из произведений есть один из множителей одинаковый, а второй множитель больше в левой части – он 3, а в правой части он 2, то произведение получится больше там, где один из множителей больше, при условии, что второй множитель одинаковый. 36 разделить на х будет больше, чем 24 разделить на х, при условии, что делимое больше, а делитель одинаковый, больше будет та, то частное, где делимое больше. B деленное на 5 меньше, чем B деленное на 3. Делимое одинаковое, а делитель будет разный. Частное получится меньше там, где делитель больше. 9 прибавить C умноженное на 4 больше, чем 9 прибавить C умноженное на 4. Если мы раскроем скобки, то мы получим, что при умножении суммы на число 36 прибавить 4c, а здесь у нас только 9 прибавить 4c. Следовательно, левая часть данного выражения будет больше. D умножить на 6 минус d равно d умноженное на 5. Если d вынести за скобку, то получится, что мы умножаем число на разность. D умноженное на 6 минус 1, то есть 5D. 5D равно 5D. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.